Добрый день! Представляю вам женскую сумку французского бренда Le Trapezien. Модель выполнена из соломы, легкого натурального материала. Приятный на ощупь, визуально привлекательный, он идеально подходит для создания отпускных моделей. Плетеный рисунок придал сумке фактуру. Модель украшена длинными полосками из ламинированного экоматериала с перьями. Плоское дно сумки позволит поставить ее на любую горизонтальную поверхность. Во вместительное основное отделение уместятся покупки, косметичка и бутылка воды. В небольшие внутренние карманы можно положить смартфон, ключи или карты. Текстильная подкладка прочная и прослужит вам долго. При желании вы можете спрятать ее верхний край внутрь сумки. Он затягивается при помощи прочного шнурка. Это удобно, вы сможете легко открыть и закрыть модель одной рукой. На изделии есть две небольшие ручки из экоматериала. С их помощью модель удобно носить в руке или на плече. Сочетайте эту сумку в этническом стиле с летними сарафанами и платьями в пол, плетеными шлепанцами и эспадрильями. Ей также можно дополнить курортный образ с короткими шортами в духе 50-х, шелковым топом и греческими сандалиями на тонких ремешках. Модель представлена в бежевом цвете. Оцените качество вашей новой сумки Le Trapezien.